Илона Красникова, сопрано, лауреат российских и международных конкурсов. Ученица Монсеррат Кабалье, друзья! И участница телевизионного шоу Первого канала «Голос 11». И Александр Мурашов, великолепный тенор, лауреат российских и международных конкурсов. Приглашенный солист Большого театра! Ну и прямо сейчас, дорогие друзья, вы услышали замечательную композицию, впервые, которую они исполнили под названием «Новембер», созданную композитором и автором стихов Валидой Акопян, главой творческого объединения «Валида Саунд». И прямо сейчас под ваши аплодисменты я хочу пригласить Валиду Акопян подняться на эту сцену. Знаете, я буквально побывала в сказке. Это настолько потрясающее исполнение.